Здравствуйте, друзья! Вы на канале Sell в банкноты Stancoins. Сегодня мы продолжаем серию видео Польша. Монеты номиналом 2 злотых 95-2014 годов. 2005 год. Первая монета была посвящена 500-летию со дня рождения Миколая Рея. Польский писатель, музыкант, политик и общественный деятель эпохи Возрождения. Дата выпуска 20 января, тираж 850 тысяч. Дальше у нас идут продолжения серии гербы воеводств. Свентокшиское воеводство. Расположено на юго-востоке Польши. Административным центром является город Кельце. 20 января 900 тысяч. В Армянско-Мазурское воеводство. На севере Польши расположено. Центром является город Ольштин. 22 февраля 900 тысяч. Филин обыкновенный. Хищное птистое семейство совиных. Одно из наиболее крупных представителей отряда совообразных. Серия «Животный мир» 15 марта 990 тысяч. Великопольское воеводство. Расположен на западе Польши. Административным центром является город Познань. 15 марта 940 тысяч. Экспо 2005 Япония. Всемирная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. 23 марта, тираж 1 миллион. Западно-Поморское воеводство. Расположено на северо-западе Польши. Крупным центром является город Стецин. 11 апреля, тираж 900 тысяч. Серия «История Злотова». Монета выпущена в честь монет 2 злотых 36 года. 27 апреля 950 тысяч. 60-я годовщина окончания Второй мировой войны. 6 мая 1 миллион. И самая тиражируемая монета, выпущена 29 июня тиражом 4 миллиона. В честь папы Иоанна Павла II. 25-летие профсоюза «Солидарность» из серии «Польская дорога к свободе». 17 июня, тираж 1 миллион. «350-летие обороны Ясной горы». Ясногора – католический монастырь в польском городе Częstochowa. Принадлежит монашескому ордену Паулинов. 24 августа, тираж 1 миллион. Монета выпущена в честь города Гнезно. Это город в Польше, входит в Великопольское воеводство. Из серии «Исторические города Польши». 2 сентября, тираж 1 миллион 200 тысяч. Город Колобжек. Немецкое название Кольберг. Курортный город и бывшая крепость в Польше на реке Парсента. Серия «Исторические города Польши». Выпущена монета 19 октября. Тираж 1 миллион 100 тысяч. Столетие со дня рождения Константы Гальчинского. Польский поэт, переводчик и драматург. Один из крупнейших национальных лириков 20 века. 26 октября, тираж 850 тысяч. Город Влоцлавек, исторические города Польши. 18 ноября, тираж 1 миллион 100 тысяч. Станислав Август Понятовский, последний король польский и великий князь литовский. 1764-1795 годах. Серия «Польские короли». Дата выпуска 18 ноября, тираж 990 тысяч. Город Цешин. Город на юге Польши, на границе с Чехией. Исторические города Польши. 6 декабря, тираж 1 миллион 100 тысяч. Последняя монета в 2005 году, это Тадеуш Маковский,
польские художники. Серия «Польские художники 19-20 века». Выпущена 6 декабря, тираж 900 тысяч. На этом пока все. Другие монеты Польши номиналом 2 злотых. Смотрите в других видео. Спасибо за внимание. До новых встреч.